«Жажда жизни» – это более 200 работ как начинающих художников, так и профессионалов своего дела. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя – живопись, графику, анимационные ролики, компьютерную графику и многое другое. Союз художников впервые представляет молодежное искусство так широко и многогранно. Куратором экспозиции выступила Анастасия Шеверских, чьи работы можно найти среди других экспонатов выставки. Союз художников сам обратился, попросил, говорит… Надо сделать что-то интересное, молодежное, попробую. Это для меня не первый раз, я люблю, мне это нравится просто. Это легко для меня. Идея проекта, предложенная Анастасией, так заинтересовала молодых художников, что свои работы на выставке в приморской столице решили презентовать и авторы из других регионов Дальнего Востока. Так, например, резиденты Хабаровска – единственные, кто представили керамику и декоративно-прикладное искусство. Очень интересная тема. Для нас жажда жизни. Мы можем порассуждать, что такое жажда жизни. И мы рады посотрудничать с ребятами. И думаю, у нас в дальнейшем будут еще какие-нибудь интересные проекты. Жажда жизни – тема на сегодняшний день актуальная. И у посетителей этого вернисажа будет возможность посмотреть на явления жизни под разными углами, понять, какие социальные проблемы в своем творчестве показали здесь молодые художники. Организаторы уверены, выставка будет интересна посетителям любого возраста. Молодые увидят себя в этих работах. А уже взрослое поколение, они вспомнят себя, возможно, или не потому что все равно мы же все меняемся из поколения в поколение. Просто, может быть, чуть-чуть лучше нас узнают, поймут, что действительно, вот мой там такой же вот прохвост, который подрастает. Поэтому я думаю, что это всем будет интересно. Узнать, что в головах у молодых художников 21 века. Кроме живописи, графики, скульптуры, для публикации подготовили и анимацию. Так в зале Союза художников создали импровизированный кинотеатр. 5-минутный анимационный фильм Василия Галактионова «Воскрешение» – это размышление автора на тему столетия Октябрьской революции. Выставка «Жажда жизни» о настоящем и о будущем. О том, какими их видят и чувствуют молодые художники. Посмотреть на работы художников можно до 25 февраля. Вход свободный. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.